красиво. Красивый какой зал у нас, да? Посмотрите. Посмотрите, красивые, да? Шарики. Дети. Дети, поздороваемся. Скажем гостям. Привет. Все. Говорим. Привет. 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 Здравствуйте, дорогие гости. Сегодняшний наш праздник посвящен всем мамам, всем бабушкам. Это замечательный весенний праздник, самый первый праздник, который начинается наша весна. И я хочу в этот день всем женщинам, всем мамам, бабушкам, сестричкам пожелать огромного счастья, здоровья, добра, семейного уюта, света. И пусть вам всегда жизнь улыбается. А наши детки тоже вам улыбнутся, дети, улыбнутся и поздравят вас своими улыбочками. В гости к вам, дети. Дети. Все. Алена. Алена. Все, никак не насмотрится. В гости я пришла. Смотрите, кто. Вместе прочитаем. Весна. Весна. В гости к вам пришла. Вот. Солнышко припекать стало. Скоро цветочки распустятся. Вот все мы посадим цветочки и польем их. Сейчас будем. Встаньте.
солнышко светит в нашу комнату. Yeah.
с нами поиграть. Цветочки посадить. Дети, будем собирать красивые цветочки. Кто первый цветок соберет? Раз, два, три. Так, положили и собирай такие цветочки. Такие собирай. Правильно, давай, кончик, давай, умница. Собирай, собирай. Молодец. Молодцы. Помогай, правильно. Солнышко, стои. Стану
Проходите. Солнышко, теперь надо потанцевать с детками. Дети, встаньте все в круг. Будем танцевать вместе с солнышком. Дети.
Присаживайтесь. Садитесь. Так хорошо пели, так хорошо танцевали. Я вам за это дам подарки. Да, все хорошо, красиво так танцевали, все молодцы. Нас поздравляют. Что нужно говорить? Спасибо. Спасибо. А ну мне. Так, Алена, на, поздравь тетю Наташу. Говори, на. Ну, говори. Сейчас. Спасибо скажем бабушкам, спасибо скажем мамам, спасибо воспитателям за доброту и ласки, за песенки и сказки, за куклы и машинки, за добрые смешинки и шарики, и зайчики, за плюшки и за пряники, за сладкое варенье, за все угощение. Дети, все скажем спасибо. Так, Коля, скажем. Спасибо. Молодцы, молодцы. Спасибо большое, гости, что пришли на наш праздник. Спасибо за поздравления ваши.